Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы, и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут невозвратимо пережитой, о, сколько горестных минут любви и радости убитой. Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно было мне, как от присущей милой тени.